Сотрудникам полиции Металлургического района пришлось разбираться с двумя дамами, которые устроили посиделки во дворе. Служители закона попросили их не распивать алкоголь на детской площадке. Дамы стали оправдываться. Это газировки? Да. Они продолжили пить, не стесняясь полиции. Но обмануть служителей закона у них не получилось. Установил вашу даму. Составил у вас протокола. Зачем? А позже и вовсе для составления протокола дамы назвали вымышленные имена. Но их личность все же установили и выписали штраф.